Интересные элементы – ощущение полета на прыжках, красота и сила. Именно из-за этого Екатерина Мирясова занимается на батутах уже 8 лет. А еще потому, что в спортивной школе она чувствует поддержку друзей и тренеров и получает заряд хорошего настроения. Когда юная спортсменка только пришла в секцию прыжков на батуте, ей было страшно выполнять комбинации. Сейчас Екатерина – неоднократный победитель и призер на областных и всероссийских соревнованиях. Главная цель у атлетки – стать мастером спорта. К своему вступлению на первенство Нижегородской области – Екатерина относится критически. Я готовилась к соревнованиям достаточно долго, потому что до них были городские. Участвовать в соревнованиях было волнительно, но я старалась себя пересилить. Выступил, я считаю, не очень хорошо, можно было лучше. Соперники были примерно такие же, как я. В первой комбинации я сделала шаг и открылась в ненужном месте. Чемпионаты первенства Нижегородской области по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трампе прошли в Нижнем Новгороде. На соревнованиях боролись 105 участников из 4 городов – Сарова, Арзамаса, Нижнего Новгорода и Бора. Батутисты спортивной школы ИКАР выступили в 6 возрастных группах в составе 40 человек. Саровчане взяли 26 призовых мест в индивидуальных выступлениях и 9 в командном зачете. Там же первенство и параллельно чемпионат проходил. В чемпионате у нас девочки ездили, женщины как бы 17+, взрослые. Они тоже в команде выиграли на двойном мини-трамплине. И в индивидуальном первый, второй, третий заняли. И также на дорожке мы их выставили. На чемпионате первенства Нижегородской области саровчане в первый раз выступили в дисциплине «Акробатическая дорожка» и также показали блестящий результат. На этих областных соревнованиях акробаты спортивной школы ИКАР выступают каждый год. По словам тренера, такой урожай медалей ребята не привозили давно. Я просто была настроена хотя бы, чтобы встать на пьедестал. Я делала, и так получилось, что я обыграла соперницу. Я не поняла, как это. Очень хорошо проходили тренировки, даже очень серьезно. Наш тренер очень хорошо подготавливал нас, чтобы мы встали там, на пьедестал. Областные соревнования – последний старт для батутистов в этом учебном году. Дальше ребята ждут тренировочные сборы. В сентябре самые сильные спортсмены поедут на первенство России в Астрахань. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.